Центр избирком завершил прием документов от самовыдвиженцев для участия в выборах президента России. Кандидаты от партии могут принести документы в ЦИК до 12 января включительно. На данный момент уже 13 кандидатов в президенты открыли специальные избирательные счета и могут вести сбор подписей и агитацию. Из них двое самовыдвиженцев и 11 кандидатов от партии, сообщает отдел по связям с общественностью администрации города. О желании участвовать в выборах президента заявили 67 человек, 46 самовыдвиженцев и 21 кандидат от партии. Самовыдвиженцам для того, чтобы быть зарегистрированными на выборах, нужно представить в ЦИК не менее 300 тысяч подписей. Кандидатам от непарламентских партий не менее 100 тысяч. По закону избиратели могут поставить подписи за нескольких кандидатов, но не более одной за каждого. Пока регистрацию в качестве кандидата прошел только лидер ЛДПР Владимир Жириновский, которому не надо собирать подписи, так как он был выдвинут парламентской партией. Собирать подписи не нужно также кандидату от КПРФ, директору совхоза имени Ленина Павлу Грудинину. На данный момент зарегистрирована группа избирателей, созданная в поддержку самовыдвижения президента Российской Федерации Владимира Путина. Листы в поддержку действующего президента сейчас активно заполняют по всей России, в том числе и на Ямале.